Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Варюшка что-то грустит у меня сегодня. У нас все хорошо, все без изменений. Девчонки, а я хочу своего помощника похвалить. Заказала на Валберис вот такой вот отпариватель. Очень классный. Вот сюда вот заправляется водичка. Он хоть и пластмассовый, вот этой емкости хватает ровно на 3 рубашки. На моих, допустим, 3. Нагревается быстро, не перегревается. Я вообще в восторге. Еще там 2 насадки есть на него. Перегладила все свои рубашечки на работу. Я в восторге. Все перегладила. Так что вот, домашними делами занимаюсь. Мои рубашки. Вот эта цветная у меня любимая. Вот эту я тоже люблю. Вот, погладила, все перегладила. На работу готова идти. Ну, а здесь такое все. С платьем мое тоже любимое красное. Пиджак. Такая рубашка. Тоже ее люблю очень. Занимаюсь сегодня домашними делами. Испекла Антошке вот такие вот рулетики с капустой и пирожки. Посыпала кунжутом, смазала яйцом. Антон у меня очень любит. Еще ему на завтра останется. А я сегодня, у меня день красоты, постелила пеленку. Вот такое масло заказала на Валберис. Сейчас разогреваю себе свой воск и буду за собой ухаживать. Сегодня день красоты, депиляцию. Наша с Антоном микроволновка новая. Вот такие различные режимы. Сейчас я ее просто выключила из розетки. Биокерамическое покрытие. Я довольна, мне нравится. Ну а здесь специи мои. Грузинские приправы. Острая вот такая соль, кориандр для шашлыка. Аджика Лайт. Уже у меня ее вот сколько. Она у нас одна из любимых наших. Здесь у меня мед вот такой. Бочоночки. Покупала домашний, но не знаю почему. Почему-то он слишком жидкий. Хотя уже не сезон, но как хозяин пасеки заверил, что он его просто подогревает регулярно. Поэтому он вот такой. Но я считаю, что если его подогревать, он ведь, наверное, свои свойства потеряет. И там внизу он протекает еще немножко. Так что вот. А так, мне кажется, из бочонка даже вкуснее кушать. Ну вот, даже ложка тонет. Жизнь житуха у моей Варвары. Разлеглась, красавица моя, спит. Я все не нарадуюсь, как же я вовремя себе постельное поменяла. Себе Антону купила вообще по таким, по шикарнейшим скидкам. Покрывала, все вовремя купила. Потому что сейчас захожу на Валберис, уже на все цены вверх пошли. Поэтому вот это постельное, я уже его много раз стирала. И оно, видите, даже не полиняло. Такое же, как новое. Ткань хорошая. Всем приветики от нас большие. Кеша в клетке сидит. Я его только вечерами выпускаю погулять. Иначе начинает баловаться. Лушеньке нашему привет. А мы еще не спим. Сидим тут у мамы, пытаемся цепочку погрызть.